В эфире «Еда. Живая и мертвая» – научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Каждую неделю мы вместе с экспертами отвечаем на один из множества вопросов, поступивших на наш сайт www.eda.show. И теперь еще и дарим автору самого интересного, на наш взгляд, вопроса только что вышедшую книгу «Еда живая и мертвая. 5 принципов здорового питания». И вот кому она вместе с ответом на вопрос достается на этой неделе. Наша зрительница Светлана из Москвы интересуется, правда ли, что черника улучшает зрение? Отвечаем. Черника для всего организма очень полезная ягода. Она содержит прежде всего кучу антиоксидантов, которые замедляют старение и даже препятствуют развитию рака. Для глаз она, как и родственная голубика, тоже имеет ценность. За максимум нашего зрения отвечает зона на сетчатке, которая называется желтое пятно. И как раз в чернике содержатся те вещества, которые необходимы для выработки пигментов вот в этом желтом пятне. То есть это у нас витамины А, витамин Е, это лютеин, это зеаксантин. Но исправить близорукость или дальнозоркость, а также, например, вылечить катаракту, черника, конечно, не сможет. Она лишь способна усилить эффект терапии при некоторых нарушениях работы сетчатки. Например, если при чтении искажаются буквы или появляются искры и вспышки перед глазами, а в сумеречное время вы начинаете плохо видеть. Конечно, во всех этих случаях лучше сходить к доктору. А добавление черники в рацион просто поможет работать лекарством, которые он назначит. Кстати, свои полезные свойства ягода сохраняет и в замороженном виде. А вот в форме варенья врачи ее не рекомендуют. Плюсы сводятся на нет обилием сахара. Итак, если прямо отвечать на поставленный вопрос, да, черника зрение улучшает, но далеко не всегда. Есть ее надо для здоровья вообще, но верить в магическую силу все же не стоит.